Алло. Алло, занят? Нет. Хочешь хохму? Ну? Мне не продали кофе. Поздравляю, а чем связано? Потому что у меня нет QR-кода. Ходи с сертификатом, покажи им, что у тебя есть медкарта и... Нет, нет, именно QR-код. Ну, значит, не будешь пить кофе, пока не сделаешь вторую прививку. Офигеть, блин. У меня есть первая прививка, я могу показать. Он говорит, мне нужен QR-код. Ну, круто. И это все на входе в Додо-пиццу, то есть туда даже не заходишь. Классно. Вот на пороге. Ладно. Ну, прикол, да? Да. Ладно, давай, голодай. Давай. Ага. Сейчас пойду невкусный возьму себе.